Песня называется «Вилковская фантазия». Она была написана где-то уже ближе к концу жизни. И довольно редко Акуджава ее исполнял. Вилково – это такой маленький городок в Одесской области. Как бы мне сейчас хотелось Вилково вдруг очутиться. Там каналы, там гондолы, гондольеры. Очутиться, позабыться от печали, отшутиться. Ими жизнь моя отравлена без меры. Там опять для нас с тобою дебаркадер домом служит. Мы гуляем вдоль Дуная, рыбу удим. И объятия наши жаркие, и над нами ангел кружит. И клянется нам, что счастливы мы будем. Там у пристани танцуют жок, а может быть, сертаки сыновей своих в солдаты провожают. Все надеются сгодятся для победы, для атаки, а не хватит, значит, новых нарожают. Как бы мне сейчас хотелось очутиться в том вчерашнем, быть любимым и не думать о спасении, пить вино из черных кружек, хлебом заедать домашним, чтоб смеялась ты и плакала со всеми. Там у пристани танцуют жок, а может быть, сертаки сыновей своих в солдаты провожают. Все надеются сгодятся для победы, для атаки, а не хватит, значит, новых нарожают. Как бы мне сейчас хотелось ускользнуть туда в начало, к тем ребятам уходящим приобщиться и с тобою так расстаться у Дунайского причала, чтоб была еще надежда воротиться, чтоб была еще надежда воротиться.